Покорить самый большой и самый динамичный рынок в мире – такую задачу ставят перед собой участники пекинского автосалона, открывшегося для прессы в понедельник. Более 1000 новинок представлено здесь, ожидается около 100 премьер. В Европе кризис, в США спрос восстанавливается медленно, так что автопроизводители делают ставку на Поднебесную. По консервативным прогнозам, к 2020-му годовые продажи легковых автомобилей в Китае вырастут с 18 до 30 миллионов единиц. Лидируют на этом рынке иностранные компании. Немецкий Volkswagen, его китайский партнер SAIC, американский General Motors и южнокорейский Hyundai. Но и китайский автопром наступает. Китайские автоконцерны хотят показать себя, делятся впечатлениями от автошоу издатель профильного журнала Car New China. К тому же это напрямую связано с китайским правительством, которое тоже хочет показать всему миру, какого высокого уровня технологического развития достиг Китай и как много он может сделать сегодня в автомобильном мире. Но пока патриотизм китайских покупателей отходит на второй план перед жаждой потребления. По оценкам специалистов, только в этом году продажи автомобилей премиум-класса в Китае вырастут на 15-20%. Неудивительно, что все ведущие производители, работающие в этом сегменте рынка, привезли в Пекин свои лучшие достижения.